саженцы черемухи кистевой, обыкновенной поздняя радость, вырастают в дерево высотой до 8 метров, которое имеет очень густую лиственную крону. Дерево особенно красиво во время цветения, на нем раскрываются белоснежные цветы диаметром по 1,5 см, собранные в соцветия. Когда соцветия отцветают, на их месте образуются грозди черных ягод. Диаметр каждой составляет примерно 8 мм, поэтому можно считать их крупными. К достоинствам сорта следует отнести то, что они не трескаются при перезревании или падении. Рекомендуется высаживать на хорошо освещенных участках сада, но может расти и в тени. Черемуха кистевая поздняя радость – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для групповых посадок. Черемуха прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола черемуха кистевая поздняя радость можно отнести к группе высокорослые. Цветок окрашен в белый цвет. Черемуха кистевая поздняя радость имеет средний срок созревания. Обратите внимание, что черемуха кистевая поздняя радость – пчелопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.